Вик, ты чего это затеял? Надо сделать, и все. Да, но у тебя полгода было. У тебя тоже, чтобы помочь. Вот и результат. Фейт, ты что творишь? Не делай этого сейчас. Я не работаю. А когда еще это сделать? Джеймс остается на ночь. Джеймс? Кто такой Джеймс? Ну, будем. Ты даже с коробками не помогаешь. Когда поможешь с дверью? А у меня нет времени самому. Ладно, хорошо. Давай продадим дом. Давай просто смажем дверь. Что-то изменилось с его ухода. Как мама ушла, ее правила в окно вылетели. Ему не нравятся папины правила. Папа не любил маму. А почему он спился, объяснишь? Я не был особо популярным. Думал о другом. Явно есть, что обсудить из прошлого. У всех свои проблемы.